За этими стенами скрывается один из самых необычных частных музеев Германии. В бункере, фактически зенитной башни, времен Второй мировой войны собраны произведения искусства, созданные самое позднее 20 лет назад. Кристиан Борос с удовольствием показывает свою коллекцию. 700 инсталляций, картин и фотографий принадлежат ему и его жене. Здесь выставлено около 130 работ. Китайский художник, скульптор и диссидент Ай Вейвей установил это дерево незадолго до того, как в Пекине на него завели уголовное дело. В машине для изготовления попкорна Михаэля Зальцсторфера обыкновенный фен взрывает зерна кукурузы. Это постоянно растущая инсталляция. Все это экспонаты второй по счету выставки «Читы Борос». Эту экспозицию еще и слышно, причем каждый этаж озвучен по-другому, чего не было на первой выставке. На этот раз все намного чувственнее. Кристиан Борос имеет в виду и вот эту работу Алисии Квады. Инсталляция вырабатывает звук включающейся и выключающейся неоновой лампы. Выставка в бункере занимает 5 этажей. Попасть на нее можно после регистрации в интернете. И тогда галактика Карен и Кристиана Борос открывается во всей красе всем желающим.